Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Продолжаем проходить игру Зомби-война. Ну что же, давайте приступим. Пойдемте с вами, наверное, сюда сходим. Так, что у нас тут есть? Так, очень много еще неоткрытых звезд. Давайте-ка, наверное, с вами. Так, это миссия 30 невозможно. Давайте, наверное, начнем с 29-й сложно. Я купил себе новый прибамбасик, ребята. Это коктейль Молотова. Посмотрим, как она себя здесь проявит, эта бутылочка с горючей смесью. Так, ну что у нас тут? Зомбари, да, в касках. Значит, стрелковых здесь лучше не вызывать. Пошел тогда строитель у меня. Начнем потихоньку их разбирать. Нате, выкусите. Один готов. Давай, 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 строитель, бомби, бомби, блин. Отлично. Ну, давай жирного этого. Шикарно. Так, храбрость взяли. Так, бутылочка готова, отлично. Пускай они там все жарятся. Кстати, да, когда коктейль Молотова поджигает зомбарей и они сдыхают, все, трупов от них не остается. Точнее, они уже больше не воскреснут. Это большой плюс. Ну давайте, давайте, давайте этого жирного бомбите. Ё-моё, ну строитель. Ах, как ты, ну хорошо хоть выжил, ладно. Давай, стучи. Ломай эту баррикаду. Ну. А вы-то чё стоите, девчонки, вон идут два жирных. Чё вы стоите, тупите. Ё-моё, ну как вот вовремя, а. Ладно, хорошо хоть строитель подбежал. Да блин, да что ты будешь делать, а. Горите нафиг. Главное, чтобы мой не загорелся в этот момент. Так, ну что, пока держится. Но, хотя, ребята, есть. Есть у нас шанс. Так, отлично. Ну давай, еще ударчик, ударчик, давай. Вау, шикарно, ребята. Пошли, прошли мы в чистую, грубо говоря. Три звезды получаем. 29-я миссия у нас пройдена на 100%. Это вообще хорошо очень. Открываем карту. Кстати, не за горами уже 8-й уровень у нас. Испытание 2, нет, мы не будем. Пока еще даже испытание 1 у нас не пройдено. Испытание 1 я тоже пока не хочу проходить. Бонусов у нас нету. Может быть, попробовать, где нет звезд у нас. Вот эту, например, 21-ю миссию. Добить на 3 звезды. Если у нас, конечно, это получится. Ну, как вы видите, да, у меня 2 новых персонажа. Ну, шерифка, стрелок и бутылка Молотова. Так что можно... О, нет, нет, только не бегуны. Блин, не получится, ребята. Сейчас они, хотя... Вроде первую волну отбил. Но я, насколько помню, здесь еще будет волна. И не одна причем. Так что если они заденут мне автобус, естественно, с 3 звездами я не пройду уже. Так, давай, кромсай там полицейского этого. Так, 2 строителя, но вряд ли они, конечно, тут справятся у меня. Так, 26, 27, 53 храбрости, вот это уже другой разговор. Вот она волна, ребята, блин. Давай, гробовщик, ну. Ай, нифига, ребята, одного пропустили, гада, все-таки, а. Печалька. Буквально чуть-чуть не хватило нам, чтобы пройти на чистую, как говорится, с 3 звездами. Это ж надо, а? Говнюк этот мелкий пробежал и один раз ударил автобус. Жаль, конечно, очень жаль. Давайте еще разочек попробуем. Надеюсь, что все у нас получится сейчас. Дожидаемся строителя, вызываем. Ну, давай, давай, быстрее, быстрее, копись. Так, отлично. Вот. О, да чё так сразу-то? Какого ли... Не, ребят, ну сейчас-то вообще... Короче, по ходу дела здесь рандомно они выбегают. Они могут сразу, могут с задержкой. Так что, как видите, уже ничего не получится у нас. Блин, жаль, конечно. Ну ладно, давайте хотя бы так попробуем пройти. 6 монеток, это у нас получается
600 монет будет, да, если мы сейчас пройдем. Да, 600 монет. Ну, если честно, толку от этих денег сейчас никакого, потому что я даже никого не смогу купить. Вот незадача, а. С чего тогда начнем? Испытание я точно знаю, что не пройду. Давайте глянем тогда, что у нас тут происходит. Здесь еще очень много чего закрыто. 34-я миссия, а это, ну, хорош. 33-я, невозможно. Давайте попробуем. Ага, это у нас байкеры, да? Так, что у нас там в энциклопедии опять пишут? Крепкий и сильный мародер. Бронежилет защищает его от пуль. Все понятно. Значит, стрелки здесь будут не очень эффективны. Хотя все зависит от того, сколько этих бронежилетных байкеров будет здесь выходить. И я уже вижу, пошла волна. Так, давай, строитель, вся надежда на тебя. Бомби их тут по-бринькому. Главное, чтобы не вышел этот байкер с ружбайкой. Иначе тут начнется у нас. Во-во-во-во-во, бегут, бегут с мачетами. Черт, подери, строители завалили. Я не знаю, может быть... О, вот и вышел этот. Давайте поджигать их тут всех. Пускай горят. Один встал, зомбарь. Причем в каске. Тоже у него защита от пуль. Так, ну что, шерифка, давай попробуй его разбомбить. Я не знаю, конечно, шансов тут мало. Но, по крайней мере, пока он там идет, ты можешь его покромсать маленько. И строитель добивает. Ох, нифига там этот с ружбайки-то шпарит. Ну, давай, 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 давай. Давайте, наверное, может подсобить, я не знаю. Нет, если я кину коктейль, у меня сгорят все тут. Ну, в принципе, его и так забомбили. Давай, чоппер, продвигайся туда. Не стой ты на огне, елки-палки, ты же горишь от этого. Так, ну, вроде бы пока неплохо. Ай, черт подери. Завалили довольно быстро причем. Чоппер, да, он хоть и мощный, и сильный, но против огнестрельного оружия он слабый. Да что так вообще разбирает моментально? Да горите нафиг все. Нормуль. Куда разогнался? Сгори нафиг. Так, отлично, ребята. Многие погорели, и это хорошо. По крайней мере, они уже не восстанут. Ну, их все больше и больше выбегает, а? Черт, опять строители завалили. Да что ты будешь делать? Надо его укреплять, ребят. Че-то он какой-то ватный. Все, и отсчет пошел до волны. Блин, зараза, не успеем. Нет, ребят, не прокатит у нас эта фишка. Я хотел как можно скорее все сделать, но не выходит у меня. Так, пулеметчик готов у меня. Давайте, я не знаю, может попробуем. 13 секунд в запасе. Ну, давай, 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 быстрее, ну. Ай, гробовщик, ну ты-то хоть сделаешь свое дело. Ну, давай лопатой там бомби. Как не бомбил никогда. Все, волна, ребята. Чуть-чуть буквально не хватило. Совсем маленечко. Эх, жаль, конечно, обидно. Блин, слов нету. Но мы пытались. Если бы у меня немножечко были бы прокачаны юниты, поверьте мне, прошли бы, даже не задумываясь. Хорошо, давайте тогда что-нибудь другое с вами попробуем. Давайте вот эту вот миссию, 38-ю. Может быть, здесь у нас что-нибудь получится. Так, я смотрю, здесь стоят два чувачка, да? В бронежилетах причем. Ладно, хорошо. Значит, огнестрел опять здесь будет бесполезен. Выходят, выходят. Давай, строитель, пробуй их тут всех накумаривать. А мы сейчас дождемся кого-нибудь еще и вызовем на подмогу тебе. Так, гробовщика я вызывать не буду, потому что он очень быстро падает и... От него встает мертвец. А он нам здесь не нужен дополнительный. Не, только не бегуны. Давай, строитель, перехватывай его. Так, молодец, умница. Сделал свою задачу. Черт подери, теперь у нас будет
зомби и еще зомби в каске. Вот тебе и раз. И коктейля молотого нету. Сейчас бы я там запалил бы все. Вот, давайте сжечь. Чтобы больше они тут не вставали. Да как вы быстро моих чувачков-то разбираете, а? Так нечестно. На. Давайте, давайте, давайте их кромсать, ребята. Так, этот в каске встал. Бегун бежит, я вижу. Давай, Чоппер, надеюсь, ты справишься. Да какого лешего ты автобус-то бьешь? Ё-моё, блин. У меня Чоппер там стоял. Он должен, по идее, на него переключиться. Нет, он бомбит автобус. Упырь хренов. Ладно, давайте их сжечь все тут. Так, ну что, зомбики горят. Это хорошо. И в то же время у них моральный дух упал. Они боятся. С ударами не спешат, как вы видите. Давай, шерифка. Вся надежда на тебя. Шерифка, блин. Шарлотта. Не шерифка. Так, строитель пошел. Так, у меня соточка. Давайте применим. Ну что, ломайте, ломайте, давайте быстрее эту перегородку эту. И дайте автобусу в конце концов проехать. Должны успеть. Должны, должны, должны. Ребята, ну... Ну еще пару ударов, блин. А, перехватили. Нет, должны все. Блин, хрен там. Ё-моё, там буквально на один удар, а, ребят, смотрите. Черт побери. Вот теперь все, теперь туда просто не пробиться будет. Бегун еще, блин. Да ладно тебе, ё-моё, да... Все. Полный, по-моему, провал, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так? Победа была уже почти в кармане, а? Ну... И все, теперь тут, смотрите, сколько он здесь навызывал их. Нам туда просто теперь не пробиться. И через 19 секунд побежит волна. Если честно сказать, здесь был чисто глупый проигрыш. Только лишь потому, что гробовщик или кто там, Чоппер, не успел нанести удар. Один и единственный удар. Ну ладно, ничего не поделаешь. Проиграли. Бегут. Ну конечно, тут ничего уже не поделаешь. Ладно. Раз такая пляска пошла, будем что-то решать. Блин, а так хотелось приоткрыть эту карту, ребят. 39-я, да? 38-я. У нас есть что-нибудь поменьше-то, послабже? 33-я невозможно, а тут... Может, давайте эту, 34-ю попробуем? Я, честно говоря, не помню. Так, я вижу, один в бронежилете стоит и другой обычный. Так, и бегун сразу выбегает. Неужели придется гробовщика, а? Не хотелось бы очень сильно... Его вызывать, сейчас они его завалят, тут понятное дело. И будет у них дополнительный зомбарь. Да. Почему я сейчас и не хочу? Надо будет, кстати, его заменить. Это не дело, он вообще вата-ватый. С двух ударов падает. И к тому же, смотрите, теперь их целая армия здесь. О, строитель-то, смотри-ка, разбушевался. Давай, давай, добивай, молодец. Так, у меня есть бутылочка молотого. Да какого лешего-то промазал, ё-моё. Так, Шарлотта, вали их тут всех. Перезаряжается она. Да блин, он уже подходит близко. Приходится так делать, а ну что делать? Ну победи ты, да ладно тебе, ну все, тут уже вообще полный финиш, блин. Сейчас еще этот придурок встанет возле автобуса. Не одно, так другое. Как нарочно все делают, а? Горите там. Или бутылочку молотого нам укрепить. Я даже не знаю, что лучше сделать-то. Укрепить я в плане того, что... Она будет наносить больше урона. Сейчас, видите, там 5-6 наносит. Обычным. Так, давай, 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 давай. Отлично. Может быть, еще не все потеряно. Вот, сейчас у меня два стрелка. Поджигаем здесь. Мой-то не попал в огонь? Нет, вроде бы. Но он забежал туда, а? Он забежал и... Все, сгорел на работе. Так, храбрость. Чоппер, что ли? Нет, давайте, наверное, вот так сделаем, да. Хотел шерифку вызвать, но... Думаю,
от Чопера здесь будет больше толку. Нам нужно в любом случае пробивать баррикаду, а стрелки этого делать не умеют. Поэтому... Давай, давай, Чоппер, не стой там, не тупи. Какой же ты медленный, а, все-таки. Ё-моё, неужели я еще своих поджег? Нет, вроде бы все нормально. Но как они медленно бьют. Так, 40 секунд, волна сейчас будет, ребята. Да должны пробить. На этот раз-то, елки-палки. У меня там Чоппер, два строителя. Все, 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 проходим, проходим, ребята. Есть. Ну неужели, жаль, конечно, что не в чистую прошли. Но 67 опыта и 23 монеты мы зарабатываем. Скоро-скоро уже будет 8 уровень. И открывается, естественно, карта. Ага, новая локация открылась. 40-я миссия, нормально. Хм, ну давайте, конечно, ее попробуем. Нормально, да, значит? Оу, оу, это что такое? Обычный зомби в защитном костюме, не горит. Понятно, значит, моя бутылочка коктейля Молотова здесь бесполезна. Ну, по крайней мере, против них. Так, посмотрим, как они в боевке. Слушайте, ну не такие уж и сильные, я смотрю, вообще не сильные. Ну, удар такой. А какого лешего ты погиб-то? Я что-то не понял. Ну-ка, строитель. Они что, когда умирают, что-то разбрызгивают? Или мне показалось? Так, отлично. Слушайте, действительно, ребята, у него идет урон. Он убивает зомбаря и получает урон. От чего только не врублюсь. Они заражены, что ли, какие-то? Ёлки ты палки, тут понаплодилось их. Этот еще со своим кулаком идет, блин. Амбал. Да, ребят, смотрите, мой получает урон после того, как этот чувачок в костюме его задевает. Точно, он зараженный, по ходу дела. Да горите вы все там нафиг. Да. По этим вообще минимальный урон от огня идет. И это у них называется нормально, да? Я бы назвал хотя бы сложно. Может быть, зомби сами по себе и ватные, но их здесь слишком много. Особенно вот эти вот амбалы с гиперкулаком. Смотрите, огонь по ним минимальный урон наносит. Давай, выходи, выходи, строитель, ну. Нет, они нас задавят просто своей толпой. Ничего тут нам не поможет. Блин. Все, уже бомбят автобус. Жаль, конечно. О, Шарлотта начала бомбить. Но, извините, наверное, не успеет. Тут автобус остался. Один удар нанести, и он развалится. Точнее, уедет. Ну вот как тут можно играть, а, ребят? Ну посмотрите, что творится. Все, проиграли. Ладно. Не дано, значит, нам в данный момент ее пройти, эту миссию. Будем тогда что-то другое думать. Так, а вот это что у нас такое? Невозможно, 33-я, да? Ладно. А хотелось бы, конечно, там приоткрыть карту. Так, тут 39-я. Блин, 40-я. Давайте еще раз попробуем. Пока я не вижу просто еще более-менее легких миссий. Но здесь написано, типа, нормально. Ладно, бегун бежит. Я не буду, ребята, сейчас отвлекаться на него. Пускай он автобус бьет. Мне нужен строитель. Я гробовщика вызывать не собираюсь. Во-первых, он там сляжет. Это дополнительный зомби будет для них. Вот. Тем более он появится рядом с моим автобусом. Нафиг, нафиг. Вот, смотрите. Шарлотта довольно неплохо их бомбит. В костюмах, которые чувачки. Так что, если нам еще одну вызвать, я думаю, мы справимся, наверное, здесь. Да-да-да, все пока хорошо, да бомбиты. Все, два стрелка. Давайте-давайте, кромсайте их. Вот единственная проблема, это вот в этих вот амбалах.
Они очень сильные. И причем то, что я по ним стреляю, минимальный урон наносит. Сами все прекрасно видите. Давай, 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 давай. Давай, сноси, отлично. Ну что же, есть небольшой шанс, ребята. Давай еще одного строителя вызовем. Оу, только не это, ребята. Жирный подходит. Ай-яй-яй, строитель, давай, защищай, елки-палки, стрелка моего. Отталкивай его там, отпихивай. Что хочешь делай. Главное, чтобы он не забомбил. Все-таки грохнули ее, а. И она сейчас воскреснет, ребята. И уже, если я не ошибаюсь, там зомби-бегун будет. Хотя, может, и не воскреснет. О, все, все встало. Ну, упала. Ха-ха, не успела она разбежаться. Черт, давят, давят своей массой. Ну, отлично. Жаль, конечно, что мой строитель забежал в огонь. Горит. Он сейчас... Все, сгорел. Сгорел на работе, как говорится. Ладно, давайте тогда будем... Ну что ты делаешь-то, елки-палки? Почему ты не пошел на этого, на толстого? Нет, вот ему надо обязательно бить, кто в костюме. А он, по ходу дела, зараженный. При своей смерти он заражает моего рабочего. И тот со временем тоже погибает. Так, бутылочка. Черт подери, нет. Не получается. Опять у нас провал, по ходу дела, ребят. Упустили мы этот момент с вами. Когда надо было все делать по уму. Да. Нет, если, конечно, использовать бонус, я больше чем уверен, мы с вами прошли бы. Ну, бонус, я имею в виду бутылку с манной, даже предположим, с храбростью. Тогда мы, да, прошли бы. Все, волна, ребят. Дождались. Тогда бы прошли. Причем, я думаю, даже в легкую. Ладно, у нас еще есть 4 канистры. Думаю, сможем осилить. Так, ага, начинается с бегуна. Ну что ты будешь делать? Почему постоянно этот придурок мелкий выбегает? Ждем, ждем, ребята. Вот строитель. Ё-моё, вот сейчас бы мне бы стрелка. Ох, она повеселилась бы у меня здесь. Вызываем. Это он на выстрел. Значит, который в костюме в огнеупорном. На 2 выстрела. Да, так и получается. Этих мы... Вот так надо сделать. Пускай оба горят. Давай, строитель, не подведи. Черт, ну почему ты бьешь этого... Ай, сейчас заразится. Все. Уже заразился, начинается у него тратиться хпшки. Вот мне интересно знать, есть ли в этой игре юнит, который, как сказать, довольно сильный тоже, да? И мощный по атаке. Как вот у них, вы посмотрите, у них и в бронежилетах, блин, и в каких-то костюмах. А у меня пока самые такие мощные это стрелки на данный момент. Во-первых, в чем преимущество у них? То, что они издалека бомбят. Это первое. То бишь им на зараженных, на этих плевать с большой колокольни. Да подохни ты уже. Толстяк, прикопался. Чуть мою эту Шарлотту не завалил, а? Отлично, храбрость дали. Так, еще есть бутылочка у меня. Давайте бросим ее. Слушайте, вроде бы, не хочу, конечно, сглазить, но шанс-то есть. Если сейчас опять не задавят нас волной, то, возможно, мы пройдем. Так, давай, 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 сносите, сносите этого чувачка. Ну! Отлично, сбили. Ну, их все равно дофига, давайте так сделаем. Ага, почистили маленько. Да ну нафиг, ну как вы так можете быстро убить и чопера, и строителя? Я вот этого не понимаю. Как вы умудряетесь? Давай, чопер, не тупи. Да елки-палки, все, отсчет пошел до волны. Да неужели у меня не получится пройти эту миссию, а? Давай, кромсай их там всех.
Ага, хорошо. Так, зомбарь подбежал к автобусу, да и фиг с ним. Там шериф справится. Мне главное здесь вот разобраться. Эти в костюмах еще в огнеупорных, жалко. Огонь им, как говорится, не страшен. Все, ребят, не успели. Волна выбегает. Блин, обидно, прям не могу, а. Столько усилий и все впустую. Да-да, шериф, это бесполезняк. Что ты там бомбишь? Они тупо нас завалили своей массой. Ладно, давайте тогда что-нибудь другое посмотрим. Так, здесь у нас ничего нету. Бонусов никаких нету. Так, ну-ка давайте посмотрим, может быть, что можем купить. У нас денег хватает вот на эту девочку, Велдер. 600 монет. Ладно, я ее покупаю, выбираю и ставлю вместо стрелка. Посмотрим, что она из себя представляет. Так, куда мы с вами отправимся? Давайте, наверное, сюда попробуем. Хотя здесь у нас все пройдено. Да, абсолютно все, кроме одной локации. Ладно. А здесь у нас... Ну, здесь еще много очень мест, где мы можем с вами побегать, заработать 3 звезды. 21-я миссия. Как говорится, вперед. Я уже даже забыл. По-моему, здесь у нас псы будут. Или бегуны. Одно из двух. Так, давай, строитель, быстрее, быстрее, копись. Отлично. Ждем, ребята, ждем. Да, бегуны. Ну, по-моему, с ними тут мы не справимся. Да, как всегда, все. Он все-таки задел автобус. Вот как вот можно, блин, на первых порах сразу же отразить атаку этих бегунов? Я вот ума не приложу лично. Их выбегает 4 штуки. Причем бегут по разным сторонам. Я за это время элементарно даже не успею никого вызвать. Гробовщика вызывать бесполезно, они его расколбасят. А строителя за это время я только одного успею вызвать. Так что как-то тут не продумано маленько. Даже коктейль Молотова не смогу выкинуть, потому что он стоит 15 ярости. Ну, строчи. А, прошли. Но, тем не менее, всего лишь с 2 звездами. Это ровным счетом ничего не дает нам. Он у нас и так с 2 звездами был пройден. Так, что можно тогда сделать, а? Может быть, ее усилить, бутылку эту, а? Вот так вот. Урон от огня 6. Так, станет 7. И все, денег у нас больше нет, ребят. Да, и горючки, кстати, тоже всего лишь на один бой. Давай попробуем последний раз вот эту вот 17-ю миссию пройти. Как говорится, не получится, так не получится. Будем тогда в следующий раз пробовать с вами что-нибудь другое. Так, гробовщик, давай, не подведи меня. Ну, бей, бей, бей. Отлично. И это, как говорится, на ускорение. Вот, смотрите. Выбегает волна. И что? Да ничего тут не сделаешь. Блин. Не одно, так другое. Тут нереально, я не знаю, какой тут должен быть юнит, чтобы он стоил очень мало маны, точнее храбрости, и вызвал. Да, мы прошли этот уровень, ребята. И если я не ошибаюсь, у нас с вами с бензином-то будет проблема, да? По-моему, мы весь израсходовали, сейчас глянем. Да, по нолям. Ну что ж, тогда я буду завершать, ребята, эту серию. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Я надеюсь, мы там с вами что-нибудь приобретем новенькое и пройдем эти все уровни. Ну а на этом все. Всем пока и до скорых новых видосиков. Удачи вам, ребята.